Добрый день, меня зовут Андрей Каменев. Сейчас мы находимся в Каппадокии вместе с экспедицией журнала National Geographic Россия. Это место называется Долина Любви. Это одно из популярных мест Каппадокии, в которых здесь целая область. Место характерно тем, что здесь сохранились с давних времен великолепные останцевые скалы в виде труб с шапочками, как их здесь называют, трубы феи. Задача нашей экспедиции – фото и видео, стереосъемка для специального проекта журнала National Geographic. И природная видеосъемка. Для нас достаточно новое направление, поскольку видео природы мы еще не занимались. Для этой цели было заказано специальное оборудование. Специальная стереокамера с 3D-насадкой, камера Panasonic. И таймлэпс-слайдер, который используется для специального видео. Все девайсы, которые мы привезли, в частности видеокамера, имеют кучу недостатков. При использовании 3D-насадки работает только один объектив, 58 мм, не работает зум. И, в общем, в связи с этим возникает множество проблем. Ну, со стерео мы кое-как разобрались, со стерео-видео. Стерео-фото. Было придумано два способа, как одной камеры делать стереосъемку. Первый, что в одной из камер матовое стекло с хорошим перекрестием, и снимаешь одной камерой из двух точек с определенным базисом. Для второго способа использовали видеоштатив с площадкой и смещали камеру по этой площадке. К сожалению, сроки нашей экспедиции ограничены, и мы попали в сильную непогоду. Здесь постоянно идет дождь, жуткий холод и достаточно грязно. Таймлэпс – это специальный девайс для специальной видео- и фотосъемки. Это некий полутораметровый слайдер, по которому автоматически движется камера. Был привезен из Польши, доставили его достаточно быстро. Мы его оттестировали в Москве, сделали пробы. Привезли его сюда. Здесь он у нас отказался работать. Мы приехали 19 числа, это было самое большое полнолуние за последние 18 лет. И мы думаем, что все-таки это повлияла Луна. Думаете, а что верно, да? Так все, без усилий. Стой, Антон. И так я тоже могу покрутить. Думаю, что он не сломался до конца. И что дома мы его починим. В общем, мы обходим сейчас без него. И всю таймлэпс-съемку делаем с специальными пультами. Просто со штатива, без движения. Несмотря на плохую погоду, постоянный дождик и жуткий холод, вот сижу трясусь, результат, думаю, будет неплохие. Стерео-видеосъемка, которой мы занимались первый раз, несмотря на все эти трудности с объективами и с ограничениями, я думаю, что нам удалось снять неплохой ролик. И его можно будет посмотреть на сайте National Geographic и на нашем сайте Planet Pix. А стерео-фотосъемка, думаю, удалась, несмотря на отсутствие солнца, но хмурая погода – это тоже погода. Этот материал будет в National Geographic России. Я безмерно благодарен всем, кто в этом участвовал. В первую очередь Антону Жданову, который активно помогал и снимал, и так далее. Саше Греку, который организовал эту поездку. Ирине Ковалевич, издателю журнала National Geographic, тоже отдельное спасибо.